Сотрудники качественно поработали, пресекли нарушения, выявили незаконную руку леса, а потом этот лес, как вы сообщили, просто там сгнил из-за того какой-то там бюрократической неразберихи. Понятно, что она, может быть, возникла в силу каких-то объективных причин, которые нужно исправлять, и какие-то у вас будут предложения. Но, тем не менее, вот за эту безалаберность кто-то понес ответственность? Есть перспективы тех чиновников, которые допустили, допустили вот эту ситуацию? Вообще, многогранный вопрос и весьма проблематичный. Я остановился лишь только на таком ключевом моменте, где действительно сотрудникам полиции приходится заключать соответствующие договора и передавать эти изъятые вещественные доказательства, именно лес, под сохранную расписку тем предпринимателям, в отношении которых мы проводим соответствующую проверку. Это первый момент. Почему сегодня и Министерство внутренних дел Российской Федерации в рамках рассмотрения совместной коллегии по декриминализации лесопромышленного комплекса в стране и в рамках наших вопросов взаимодействия с отдельными государственными организациями, которые я называл, пока не находим общий язык. Надо понимать, что ответственность должна в том числе и наступать в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц. Но сегодня, к сожалению, решения не приняты. Мы предложения, которые в том числе сегодня были озвучены, неоднократно предлагали соответствующей государственной структуре решать. Окончательного ответа мы не услышали. Может быть, вот эта публичная на сегодняшний день площадка станет очередным возможным вариантом, по крайней мере, обсуждать эту проблему. Знает эту проблему, мы неоднократно об этом говорили на площадках координационного совещания в прокуратуре края. Но еще раз подчеркиваю, вопрос не решен.